западает. Добрый день! Здравствуйте, все дорогие земляки и все, кто сегодня пришел на празднование нашего национального государственного праздника Дня народного единства. Мы должны всегда помнить и заботиться о родителях, супруге взаимно, друг о друге, о наших детях, о тем, кому трудно. И если наша страна и наш Забайкальский край, думаю, будет жить так, то все у нас будет отлично. Поздравляю вас с праздником. Спасибо.